Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Ушастый Кидс, а у нас новое соревнование, которое называется «Уличный стиль». И мы с вами откроем парочку карт сюрпризов. Интересно, что нам попадется сегодня. Кстати, вот эту карту сюрпризов мы можем открыть скейтера Анжелу или полицейского Тома, если соберем достаточное количество наших магнитофончиков. Вот такой старый розовый магнитофон. Кстати, в сегодняшнем соревновании у нас будет участвовать Анжела Единорожка. Вот она уже готова. И Том Мумия. А также Том Король. Ну что, все готовы? Тогда вперед! Начинаем забег. Кто больше всего насобирает розовых магнитофончиков, тот и выиграл. Побежали! Кстати, мои хорошие, а вы уже подписались на канал Ушастый Кидс? Если еще не успели, то обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку подписки прямо под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Давайте насобираем 1 миллион подписчиков, осталось совсем чуть-чуть. Да, и мои хорошие, сегодня вас ждет много приветов. Так, у кого больше всего магнитофонов, пока наши пушистики идут наравне. Кстати, за кого будете болеть? За единорожку, короля, а может быть за Тома Мумию? Я сегодня буду болеть за Анжелу Единорожку. Кто вместе со мной, напишите, пожалуйста, в комментариях цифру 3. Кто болеет за Тома Мумию старого, Тома Мумию склепа, напишите четверочку. И цифра 5 за нашего крутого Тома Короля. Пятерочка. Кстати, королеву Анжелу так и не выпустили. Очень бы хотелось посоревноваться в паре король, королева и маленькая принцесса Анжела. Было бы здорово, правда? Так, ну а на первом месте у нас Анжела Единорожка. Не забывайте, мои хорошие, цифра 3. Кто болеет за единорожку больше, у кого больше всего магнитофончиков, тот, конечно, и выиграет. Вот такой у нас сегодня классный забег, который называется «Уличный стиль». Кстати, вы уже открыли обновление. Напишите, сколько магнитофончиков собрали вы и открыли вы новых пушистиков. Пишите в комментарии, я обязательно почитаю. А кто хочет получить сердечко от канала, напишите «Хочу сердечко». Так, Анжела по-прежнему на первом месте. Ничего себе, она у нас попала в локацию Аквапарк, и у нее уже 24 магнитофона. Варежка и Нотик оставляют ей сейф в подарок, ну а Король и Мумия решили посоревноваться на самолетах. Решили проверить, много ли магнитофончиков нас ждет на рынку. Так, и на втором у нас вместе, кстати, Том Король. Он под цифрой 5, не забывайте, мои хорошие. И самый последний пока Том Мумия. Кто же сегодня все-таки выиграет и займет первое место? Проверим, мои хорошие. Досмотрите обязательно это соревнование до конца, до самого-самого конца. Так, еще один магнитофончик берет единорожка, и у нее двойные очки. А у Тома Мумии бонус магнитик. Он еще заодно все золото намагнитит, пока собирает магнитофончики. Будем собирать много золота, а вдруг у нас все-таки появится новая локация, которую нужно будет построить. Да, кстати, у нас с вами так и не вышло ни одного летнего нового персонажа. Когда же разработчики выпустят нам нового пушистика? Уже хочется кого-нибудь новенького. Так, Анжела Единорожка у нас отправилась в Древний мир. Там будет полно бонусов. Вот видите, ух ты! Здесь, кстати, очень круто. Моя любимая локация. Можно прыгать с рогаток. Мои хорошие, кто хочет привет от канала Ушастый Кидс под этим роликом или под самым-самым новым роликом на канале, пишем имя и фамилию. И обязательно получите приветик в одном из новых роликов на канале. Так, Анжела перепрыгивает через лаву, ай-яй-яй, главное не упасть в эту горячую лаву. Вот тому королю сейчас повезло, он в аквапарке, там будет покататься с горочек и заодно поплавать. А Анжеле поплавать только если в лаве. Хотя тут у нас есть и море, в этой локации есть все. Но в море лучше не плавать, потому что там 100% акулы, а то еще сожрут нашу единорожку. Так, еще один магнитофон берет Анжела, и она по-прежнему на первом месте. Вау, вот это прыжок с рогатки. Еще одна рогатка, обожаю их, смотрите, как здорово. Но это реально самая-самая крутая локация в этой игре. Ну, аквапарк, кстати, мне тоже нравится. Но Древний мир все-таки круче всего. Итого у Анжелы 58 магнитофончиков. Ее, кстати, уже вот-вот догонит Том Король. У него 52. Он, кстати, снова взял свой золотой, реально золотой самолет и собирает магнитофончики наверху. Но лучше бы он зашел в какую-нибудь крутую локацию. Там магнитофончиков, как обычно, больше, друзья. Так, а на что Мумия решил полетать?
Он что-то совсем отстает, у него всего 40 магнитофонов. Вот догонит он остальных или нет, я даже не знаю. Или все-таки он сегодня будет самым-самым последним. Вау, вот это полет. Ай-яй-яй, Том куда-то врезался. Давайте-ка спасем ему жизнь. И он продолжает соревнования. И у него уже 45 магнитофонов, но он по-прежнему самый последний. Не забывайте писать цифру 4, кто болеет за Тома Муми. Обязательно поддерживайте своего любимого пушистика, мои хорошие. И не забывайте писать в комментариях, понравилось ли вам сегодняшнее соревнование. Мне будет очень приятно, если вы оцените этот ролик. Пишите побольше комментариев, а то что-то вы реже стали писать. Подписок много, а вот комментариев чего-то маловато стало у нас на канале. Так, еще один магнитофончик берет Том Муми и выходит из воздушной локации. Так, а наша Анжела единорожка на ферме. И она по-прежнему, кстати, лидирует. Возможно, даже она займет первое место, потому что у нее 74 магнитофона, и ее пока никто не может догнать. Я думала, король ее догонит, но он опять отстает. Пока он летает на самолете, Анжела уже насобирала целую кучу магнитофонов и вырвалась вперед. Вау-вау-вау! А еще у нас локация аквапарк. В аквапарке будет точно много магнитофончиков. Так, берем еще один. Как же здорово! А вот у меня за окошком холодная погода сегодня совсем. И никуда не попасть даже на речку. Очень-очень холодно. Какая погодка у вас? Может быть, у вас жара? У нас жара начнется только со следующей недели. Так, и еще один магнитофончик. Вау, Том Король заходит в локацию «Время мир». И сейчас у него есть все шансы обогнать Анжелу Единорожку и занять первое место, потому что в этой локации бонусов, по-моему, больше всего. Очень-очень много магнитофончиков, и Том не отстает. У него уже 80 магнитофонов, неплохой результат. А ему нужно еще 11, чтобы догнать единорожку. У Анжелы единорожки сейчас закончится локация «Древний мир», и там уже будет поменьше бонусов. Анжела берет еще магнитик. Отлично, кстати, и у Муми тоже магнитик. Пособираем побольше золота, мы хорошие. Так, Мумия все равно пока отстает. А вот Том Король потихоньку догоняет пушечку Анжелу. Итого у него уже 90 магнитофончиков. Так, время для приветиков. А то что-то я заболталась. Первый привет у нас сегодня получает Вика Кириченко. Большой пушистый тебе приветик, Вика. Привет эти для Вероники Хмелевой. И привет также получает Лена Кошачева. Приветик летит для Танюши Ворониной, Снежаны Сетчахиной, большой-большой приветик, а также Ксении Малеевой, пушистый привет. Приветик у нас получает Лилит Фидаян, а также Павел Сатонин, пушистый привет от короля Тома. Привет получает Полина и Радмир Хабировой. Огромный вам приветик, друзья. Спасибо, что с нами. Алексей Жильцов также ловит привет от канала Оля Чуйка, Василиса Бычкова, Никита Челинский, а также Аружан Бакирова. Ловит пушистый привет от Мумии Тома. Привет получает Мелисса Сигалова, а также Рома Тананыкин. Огромный тебе привет, Олечке Бондарчук. И приветик у нас также есть для Алисы Курбатовой. А Маша Черняева получает привет, Саша Зайцев, Вика Королева, Варя Бондарчук, Мария Федосеева. А также привет летит для Марины и Ари. Марины и Ани Гугу. Надеюсь, что правильно прочитала фамилию. Большой пушистый вам приветик, девчонки. Катюша Ахмадулина и Милана Кобелева. А также Полина Зайкина получает огромный привет, друзья. Наше соревнование остановилось. Давайте посмотрим, у кого больше всего магнитофонов. Ура! На первом месте Анжела Единорожка. Я сегодня болела за нее, за эту пушистую классную кошечку. И всего с маленьким отрывом 114 магнитофончиков у нас Том Король. Всего-то ему не хватило 3 магнитофона, чтобы занять первое место. И самый последний сегодня Мумия Том. У него меньше всего магнитофонов. Теперь наши пушистики еще пооткрывают карточки удачи, карточки-сюрпризы. Посмотрим, какие сюрпризики нам попадутся тут. Кстати, друзья, кто тоже хочет получить привет от ушастика, пишите в комментариях под самым новым роликом ваше имя и фамилию. Сегодня, к сожалению, не успела передать все приветы. Их еще очень много. В новом ролике постараюсь передать всем-всем приветики. Пишите в комментариях,
и обязательно получите свой привет в порядке очередями хорошей. А у нас сегодня вот такие сюрпризики. И откроем еще с вами сет. Кстати, не забывайте ставить лайк. Мне будет очень приятно, если вы оцените сегодняшнее соревнование. Мне, кстати, понравился. Понравилось соревнование уличный стиль. Очень здорово. Но все-таки я жду новых пушистиков в игре. Уже очень хочется поиграть новыми питомцами. Надеюсь, что вам понравилась, друзья, сегодняшняя серия. Ну а мы с вами увидимся вечером в 17:00 на канале Ушастик Kids новой серии. До встречи, жду вас всех, моих хороших. Пока-пока!